Здравствуйте, я Елена, эксперт МВидео. Сегодня хочу познакомить вас со стиральной машиной Сушкой. Это модель от Haier. Отличный пример сочетания эргономичности и функциональности. Здесь все сделано для удобства использования. Посмотрите, для каждой функции есть своя кнопка. Долго разбираться с управлением не придется. Большой люк с удобной ручкой. Барабан особой формы Wave или волна. Благодаря ему во время стирки ткань почти не соприкасается с поверхностью. Можно стирать даже самые деликатные ткани, например, как кашемир. Комплект постельного белья и одеяла за раз? Нет проблем. А главное, даже при плотной загрузке качество стирки не снижается. Захваты внутри барабана не только бережно переворачивают вещи, но и подают воду. Еще одна интересная особенность – резиновые манжеты люка и кюветы сделаны из специального антибактериального материала. Так что никаких сюрпризов в виде неприятного запаха или плесени. Освежить спортивную форму, постирать свитер из натуральной шерсти или позаботиться об одежде малыша. Для этого есть специальные режимы. Избавиться от пятен поможет режим интенсивной стирки. А дополнительное полоскание незаменимо для людей с чувствительной кожей. Тем, кто всегда спешит, понравится режим «Быстрая стирка». Всего 15 минут и готово. В большинстве программ уже предполагается сушка, но если вы не доверяете электронике, ее можно настроить и вручную. Это очень просто. Кстати, машинка может высушить вещи и без стирки, например, куртку после дождя. Важная особенность, чтобы белье не пересушивалось, машинка охлаждает его. Безопасность превыше всего. 9-ступенчатая система защиты контролирует состояние машинки на всех этапах работы, предотвращая поломку и иные проблемы. А функция защиты от детей обезопасит машину от маленьких исследователей. Стиральная машина Haier – просто находка для тех, кто ценит свое время и силы. Сушка, большая загрузка и все необходимые функции делают эту модель отличным выбором для большой семьи. На этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, этот обзор поможет вам сделать правильный выбор. МВидео. Нам не все равно.